Где грех? Ну покосни. Он нечистый. Не забавно. Куда не пойди посмотреть. Ну, не веки, ну ладно. Поэтому я сегодня как гость. Сейчас, скажи мне статьи. Я пробую тебе правду и истину. Это спереди как ДВ. Поэтому, друзья, первая мишень. Чего я принял отсюда? Это мишень пастора. Сын-пастор. Сын-пастор. Поэтому молитесь за служителей. Ругаться под служителей. Поддержите их. Сусилеть. И вы нам тяжело сказать правду. Есть.